Вы знаете, тяжесть наших законов усугубляется необязательностью их исполнения. Это старая истина. К России она относится в полном объеме, и чем дальше, тем больше. Это первое. Второе. Любой закон работает тогда, когда общество готово к этому закону. Ну, например, запреты в Соединенных Штатах на курение, они следовали за появлением моды на здоровый образ жизни. У нас этой моды нету. Нету здорового образа жизни. У нас одна из самых курящих стран в мире. И поэтому появление такого закона – это такой мелкий популистский идиотизм. И вряд ли он будет серьезно исполняться. Поэтому я, как курильщик, смотрю на это спокойно. Я не буду выдавать в эфир, буду я исполнять этот закон или нет, потому что это может быть расценено либо как пропаганда закона, либо как пропаганда беззакония. Но все, что я об этом думаю, я уже сказал.